Всем привет, с вами Лена и Гиена, и мы продолжаем проходить замечательную подводную одиссею Субнаутика. Давненько я тут не была, давненько я в нее не играла. Будем вспоминать сейчас, как ее проходить. Наша пятая спасательная капсула, где-то там мотылек болтается, часть нашей базы недостроенной. И мы с вами отправляемся в путь. Класс. Так, ну надо ножичек взять на всякий случай. Итак, как говорится, вперед из песни мы продолжаем изучать местные... Ой, я уже забыл, как тут плавать. А! Ёлки! Ты откуда взялся? Ты кто такой? А ну иди сюда! А ну иди сюда! Сейчас ножичком затыкаю! Чё, думаешь, ты бессмертный, что ли? Ладно, ты бессмертный. Я спрячусь от тебя. Не хочу с тобой общаться. Слушай, он где-то тут плавает вокруг моей базы. Да! Лол, что? Что? У меня стекло, я не могу его убить. Чё он тут забыл? Да, когда сталкеры забывают что-то около твоей базы. Ну ладно. Ты же меня не будешь ждать у входа, нет? Нет, нет. Нет, вроде нет. Успокоился, походу. Ладно. Так, аптека, вода. Аптека, вода, литий, медь, драгметалл. Ой, вспомнить бы, что у меня где лежит. Аккумулятор разная. Короче, понятно. Много всего у нас. Свинец. Свинец гам? Что? Силиконовая резина, да? Угу. Да, куча всего. Ладно. Ой. Так. Это все, конечно, хорошо. Давайте-ка мы пойдем отправимся куда-нибудь, зачем-нибудь. А что у нас в инвентаре, кстати, есть? Ласты, это все прекрасно. Кислородный баллон высокой емкости тоже неплохо. Хоть вспомнить, что у нас тут. Куча воды. А, соленые пескуны. Кстати, соленые пескуны это хорошо. Значит, с едой у нас все будет хорошо. Так, аптечка одна есть. Мне кажется, маловато у нас аптечек. Ой. Все время забываю, что на тап надо нажимать. Ладно. Итак. Нет, мы не убиваем наш шкафчик. Так, ищем, где у нас еда. Точнее, нет, аптечки. Аптечек у нас тут нет, плохо дело, надо взять аптечку. Каким-нибудь образом нам нужно взять аптечку. Погнали, короче, отсюда, это все прекрасно. Быстренько плывем отсюда, мотылек впереди. Да, ёлки-палки. Да! Что ты будешь делать? Забирайся. О, у нас чуть этот сталкер не... Сталкер хотел нас съесть. Так, аптечка. Слушайте, по-моему, она раньше была красненькой, нет? Да, слушайте, они реально перерисовали аптечку? Серьезно? Забавно. По-моему, она была не зелененькой. Но я могу что-то путать. Видимо, последнее обновление. Так, что-нибудь есть по радио? Нет, нет. Радио нас ничем не радует. Капсула 12 опустилась на дно 1306 метров. Ухо-хо-хо. А, нет, подождите, это от нас 306. Короче, ладно, погнали исследовать миры. А, так, у нас что-то в этом хранилище должно было быть. Да, вот, собственно, аптечки у нас тут и есть. Давайте возьмем, наверное, две аптечки. Ионный куб, пурпурный скрижаль. Это все хорошо, но я не знаю, нужны ли они мне сейчас. Давайте возьмем парочку. Можно положить куда-нибудь, например, в мотылька.
Так, открыть хранилище мотылька. Короче, сюда немножко воды. А! Я гений. Я просто выпила кучу воды. Ты молодец. Коралловые трубы тоже сюда можно покидать. Ионный куб один сюда кинем. Так, что еще сюда можно? Скрижаль кинуть. Серебряная руда. Вот это, кстати, можно вообще переложить, потому что это все хорошо, но нам сейчас это не особо нужно. Так. Давайте на нашу базу. Быренько доберемся. Так. Где-то здесь у нас была соль. Титан. Так, органика. Так, тут были коралловые трубы. Ладно, понятно. Кварц, стекло, литий, медь. Титан. Аккумулятор разные. Нет, сюда особо нет смысла. Подождите, у нас еще серебро было, да? Серебряная руда. Драгоценный металл. Видимо, сюда я складывал. А, у меня тут уже все под завязку забито. Ладно. Кварц, стекло, это, конечно, все хорошо. Так, куда бы нам это все складировать? Давайте... А, это тут места нет уже, да? В органике уже места нет. А, вот тут есть место, кстати. Давайте сюда тогда и поскладываем все это дело. Так, ну титан здесь не к месту будет, как и золото, в принципе. Хотя серебряную руду, золото можно сюда. Ладно, здесь ставим все. Так, все. Короче, у нас есть энергобатарейки еще. Энергичейки есть. Все, прекрасно. Покидаем базу, идем к мотыльку. Быстренько, активненько отправляемся в мотылек. Залезаем в мотылек, у нас есть место. И мы с вами отправляемся... А куда? Давайте посмотрим, куда мы отправимся сейчас. Так, что у нас по еде? Есть мы вроде пока не хотим, но в крайнем случае еда у нас есть. Так. Загруженные данные. А, выживший Дегаси, журнал. Так. Нам бы ко второй капсуле. Но только где бы ее найти? Это вопрос такой интересный. Чертежи у нас еще не все, насколько я помню, снаряжение. Так, капсула времени, репульсионная пушка, стазис-винтовка. Стазис-винтовка у нас есть, кстати. Если не туплю, то стазис-винтовка у нас есть. Транспорт, краб. Но на краб у нас, по-моему, не все есть. Сейчас посмотрим. Так, ремонтный инструмент. Стазис-винтовка. Магнетит. Слушайте, у нас магнетита нет. На стазис-винтовку-то. Не круто. Не хорошо. Так, ладно. Что с крабом? Так, модуль глубины погружения краб. Модуль глубины погружения мотылька. Третий. Так, улучшение один. Так, не совсем я понимаю, что у меня из этого есть. Но, походу, не все есть. Консоль улучшения транспорта, водоочистная станция. Это неплохо. Это все хорошо будет для нашей будущей станции, которую мы будем... создавать на глубине. И пока мы сейчас с вами поплаваем, тут еще поизучаем немного. Так, отправимся мы, наверное, Большая пушка. Нет, не хочу я на остров Большая пушка. Так, где у нас координаты? Вот, координаты. Так. Сигнал капсулы 19, место последнего... Последней передачи второго помощника. Так, опустилась на дно. Сигнальная капсула. Останки высокопоставленного пассажира. Возможное жилище Дегаси. Так, давайте вот это отключим, наверное. Ставим только нашу капсулу. Мотылек, спасательная капсула.
Так, да? О, мотылька. Так, сигнал, возможно, жилище де Газе. Да, нам, походу, вот сюда надо прогуляться. Где координаты? Мотылек. Угу. Поплыли. Ночь на дворе. Ну, кого это волнует? Плывем куда хотим. Главное, с координат не сбиваться. Ой. Так, и мотылек надо не это. Не особо так-то убивать, а то... Мне мотылек еще потребуется. В будущем. Я вообще плыву. Так, я, походу, потерялась. Так, стоп. Так, это второй мотылек, который у нас заторможенный мотылек. Вау, как меня закружило так-то. А, да, точно, тут еще ядовитые водоросли. Помню, помню. Кстати, тут еще осколки чего-то. Так, у меня есть еда. Надо бы поесть, а то нам будет не очень хорошо. Так, все, поели. Кислород есть, все есть, да? Так, хорошо. Ну что, вылазим отсюда. Значит, нам, чтобы подниматься, нам нужно наверх, вон туда. В дырку. Надо не забывать, а то всегда так не очень приятно тут. Так, ну что? Вылезаем, очевидно. Нам, кстати, подремонтировать наш... Ёлки. Меня тут нет. Меня тут нет, не надо меня трогать. Страшно. Просто ужас, как страшно. Особенно учитывая, что мы на достаточно большой глубине. Мы на 262. Так, ладно. Так, я бы вообще-то подремонтировал свой мотылек. Ай! Ты чё ты залез-то? Выйди. У меня же мотылек не отремонченный. Серьезно, что такое? Все, супер. Так, где сканер? Вот сканер. Что это такое? Местные формы жизни еще посканили. Ой, страшно-то как. Давайте припаркуемся тут поудобнее. Во. Так нас не будут же есть? Чё себе они... Я полностью отремонтировала. Они уже мне снесли
13, 17. Что это такое вообще? Что за беспредел? Ладно, мы будем смелыми. Я же могу вас отсканировать, ребятки? Вы, конечно, ядовитые, но... Ёлки. Сейчас он там фигачится. Это мне очень нравится. Так. Так. Так, тут выплыть нельзя. Кислорода мало. Потерялась, черт. Так, стоять назад. Ох. Чё? Мне мотылёк почти убили. Это вообще нормально? Это вообще адекватно? Так, сменить источник питания. Ух ты, КПК нашли. Причем вообще в другом месте. Так, тут больше ничего нет, да? Фрагмент стазис винтовки. Вот это... Это вещь нужная. Сейчас, видимо, посканим тут все вокруг. Фрагмент ядерного реактора. Тоже полезная вещь. Оказывается, тут куча всего валяется рядом, а я не вижу. Сланец. Ладно, сидим в мотыльке пока. Ладно, как сидим в мотыльке? Мы же вечно отсиживаться здесь не будем. Нам нужно все-таки отсканировать еще местную фауну. Флору, фауну. Опаньки. Слушайте, еще один КПК. Причем они упали вниз, походу. Ха. Интересно. Вот я их раньше... Я их первый раз не находила. Пугайте меня, ребятки. У меня есть мотылек. Давайте, кстати, почитаем, что у нас тут есть, пока мы вроде как в безопасности относительной. Ну как, не в особо в безопасности, но все ж таки. Так. Так. Мы получили несколько записей КПК. Нужно их прочитать. Новые журналы, да.
Так. Ну, тут ничего интересного. Свободно говоря, так. Чтобы построить собственный мотылек. Шарик грядки внутри. Хм. Так, выжившие с Авроры. Не все мы записки нашли. Так, бортовой журнал. Капсула 19, капсула 12. Хм. Это все не то. Нам бы найти местонахождение, координаты найти. Тут мы не все, конечно, нашли. Далеко не все. Так, ладно. Давайте, наверное, еще побегаем тут. Это все, конечно, замечательно. Нам нужно... Да ё-моё. Прямо и застряла её, мне кажется. Так, тут, по-моему, толком ничего нет, кроме вот этих зараженных штук. Пока я тут тоже не вижу. Так, возвращаемся в мотылёк. Короче, надо наверх пройтись. Наверху, видимо, что-то есть, но туда надо как-то прям рашить. Мне опять потрепали мотылёк, да ё-моё. Значит, надо ещё починить мотылёк. Так. Благо, энергии здесь больше, чем надо. Так. Делаем так. Выходим. Быстренько-быстренько рашим внутрь. Так, мне сюда. Да, вот он, КПК. Так, тут я уже была. Так, аккуратно. Не торопимся. Блин, не нужно мне хранилище. Я мотылёк хочу завести. Опять? Какого чёрта-то? Бедный мой мотылёк. Тут, походу, нечего больше искать. Мы, наверное, можем залезть да прочитать уже на поверхности.
Благо знаю, на что ориентироваться теперь. О, утро наступило, отлично. Жизнь прекрасна, когда наступило утро. Там всегда темно и страшно. Так, ну что, наверх, погнали. Видимо, до дома сейчас доберемся. О, у нас воды уже нет, кстати. Нам бы попить. И поесть. И попить. Так, ну ладно. Это все прекрасно. Нам нужно будет думать уже, где базу нашу строить будущую. А пока отправимся в сторону дома. Где наш домик? Спасательная капсула. Поплыли. Плюс нам нужно будет достаточно много всего, чтобы все построить нам необходимое. Нет, в принципе, как вариант, можно было бы оставить мотылек на небольшой глубине, но там везде опасно, поэтому от мотылька просто ничего не останется. В общем, такое себе развлечение будет. Но мы нашли КПК. Это значит, что мы можем найти какие-нибудь координаты, например, и поискать что-нибудь интересное. Кстати, не очень далеко эта системка от нас. Так. Давайте в нашу капсулу заберемся. Да, почитаем, что мы все-таки нашли. Надо же искать остальные базы. Насколько я помню, там еще одна точно должна быть. Вот, зубы сталкера. Так, со стороны хотелось бы... Участок 7 выбран для оптимального близость к одному из входов. Ага, средняя удаленность от хищников, стабильный фундамент, готовый доступ к материалам. Ага. Где-то должен быть дальше еще одна база должна быть. Так, возможное жилище. Возможное, так понятно. Нам бы другое найти. Где мне придется опять туда и дальше плыть. Так, смотрим, что у нас по запасам еды воды. Это как бы... Два соленых пескуна, это, конечно, хорошо. Два соленых пескуна никогда не заменят нам... полноценный рацион. Я вроде где-то была грави-ловушка. Ну где она? Я сейчас не найду. Пусто. Тут тоже пусто. А тут страшно. Давайте всплывать. Не нравится мне здесь. Хороший вопрос еще, где глайдер у нас? Как-то все очень странно. Так. Так. Это все прекрасно, конечно. Давайте в нашу капсулу заглянем. У нас есть еда где-нибудь? Ай, так, разная. Так, куча батареек.
батарея, энергоячейка. Так, батарея — это хорошо. Энергоячейки нужны. Еще не помню, где у меня гравиловушка была. Где-то же здесь она должна была быть. Так. Не могу найти. Так, ладно. Все хорошо, конечно. Неужели оно мне здесь лежит? Мало верится, что она здесь лежит. Так, а что? Радио ничего не хочет мне сказать нового, нет? Так. Аптечка. Это хорошо. Аптечка — это хорошо и полезно. Так. Воду возьмем. 4 емкости. Вот эти здесь можно оставить. Еще парочку взять. Так. И нужно пескунов наловить. Взять соль и наловить пескунов. Где у нас соль? Соль мы оставили, по-моему, вот там. Так. Кто у меня подсвечивает? Отсвечивает тут. Ты лег? Ты что отсвечиваешь? И ну-ка иди сюда. Все норм? Чем расходовать энергию-то лишний раз? Она нам еще потребуется, как бы. Отлично. Я решила, что отличная идея поплыть на мотыльке, да? Ладно. Хотела сходить за солью. Всего-то. Соль мне нужна, соль. Соль и пескуны. Мне надо набрать еды, чтобы у меня была соленая еда, чтобы я могла спокойно... Так. Вот соль. Не сильно много у меня, кстати, соли. Если так подумать. Но на несколько пескунов хватит. Так, кварц-стекло. Здесь соли нет, да? Здесь только кварц-стекло. Понятно. Здесь тоже ничего интересного. Аналогично. Серебра у нас, кстати, прилично. Это неплохо. Но магнетита у нас нет вообще. Поэтому с этим будут трудности. Фонарик не работает. Ну и ладно. Поплыли чё. Где можно найти пескунов? Вообще, есть ли они здесь ночью? Очень интересный вопрос. Который меня сейчас весьма интересует. Косяки рыб. Пескуны. Хоть не у нас. Спасибо. Ага. Ты не очень катишь на съедобную рыбу. Так, у нас уже кислорода нет совсем. Почти. Oxygen.
Так, мне нужны пескуны. Так, отлично, еще один пескун. Ты видел еще одного пескуна? Да вы троллируете. Так, еще пескун. Что-то не то взяла. Так, вон там вода плавает. Довольно много. Так, и еще немножечко пескунчиков сейчас половим. Все. Так, теперь на базу запасаться едой, водой и... Так, ну, мне до капсулы надо, да. Да, плывем до капсулы. Активно, импульсивно плывем до капсулы. Но пескунов мы наловили, по крайней мере, еда у нас теперь есть. Уже неплохо. Энергоячейки бы еще сделать. Только что нам для них нужно? Хороший вопрос. Я не помню уже. Продовольствие. Соленая еда. Соленый пескун. Портиться будет долго. Что неплохо. Вода. Так, антисептик. Так, инструменты. Ресурсы. Персональная. Еда, вода. Так. Что нам на антисептик нужно? А, отложение соли, образец коралловой трубы. Вы издеваетесь. Где я вам соль найду теперь? Металлолом, понятно. Ну ладно, давайте просто воду тогда сделаем. В любом случае, это лучше, чем ничего. Слишком, конечно, много ресурсов уходит, но... Лучше, чем могло бы быть. Ну и давайте пару приготовленных пескунов, просто сейчас съедим их. Все, да? Да. Так, осилили вроде бы. Так. Осилили, что смогли. Нам надо глубже плыть уже. Как там мотылек наш? Так, во-первых, сколько у нас еды, воды? Угу. Просто приготовленных пескунов надо сейчас съесть. Так. Не будем вот эту хорошую воду тратить. И съедим пескунов. Эти будут долго храниться. Все, да? А, да, энергоячейки, точно. Я совсем забыла. Мне нужны энергоячейки. Так, ладно. Батарея у меня есть, по-моему, да. Батарея у меня заряженная есть. Хотя нет, одна не заряженная. Кстати, что мне здесь делать одна незаряженная батарея, я не пойму. Так, значит, надо сейчас заряженную батарею плюс энергоячейку нужно. Нам одна нужна энергоячейка. Так, батареи, батареи, батареи. Они у нас вот здесь. Так, заряженная батарея. Значит, незаряженную выкидываем, заряженную батарею берем. Так, энергоячейка одна полная есть. Вот это не полная энергоячейка, да? Неполная энергоячейка нам вообще бессмысленна. Надо еще хотя бы несколько сделать. Либо сделать штуку для зарядки энергоячейк. Тоже было бы неплохо.
Интересно, вот эта штука может заряжать энергоячейки? Энергия. Так, ладно. Почти изготовлена еще одна аптечка. Хорошо. Так. Ну что, нам нужно посмотреть, с чего мы там можем энергоячейки сделать. Ресурсы, электроника. Вот, энергоячейка. А, две батареи, силиконовая резина. Вон оно как. Батарея делается из кислотного гриба и медной руды. Энергоячейка. Две батареи, силиконовая резина. Понятно. Угу. Так, силиконовая резина у меня была. Это я прям точно помню. А, чего? Почему? Хочу выйти отсюда. Я хочу сходить за силиконовой резиной. Она у меня здесь была. Сейчас можно попробовать сделать так. Можно сделать хитрый мув. Так, у нас есть... Так, это энергоячейки все полные. Да, вот эта энергоячейка полная. Вот эти две заряженные полностью. Есть у меня те, которые не заряжены. Да, есть. Так, берем одну вот такую. И берем одну... Так, вот такую. Две батареи. Так, и силиконовая резина. Где-то у меня была... Это ж она у меня была. Кварц, стекло. Нет, не здесь. Тоже не здесь. Здесь тоже нет. Так, и тут тоже нет силиконовой резины. Где же ее найти? Во, силиконовая резина. Угу, отлично. Погнали делать энергоячейки. Что делать? Как иначе? Энергия нам нужна. Ох, как нужна. Так, и мы сейчас будем делать батарейку. Энергоячейка. Так. Теперь давайте посмотрим. Она заряжена? Да, она заряжена. На все 100. Класс. Так, мне бы, по идее, еще одну штуку сделать. Что-то такое. Яйцо существа. Понятно. Нет, спасибо. Мне яйцо непонятных существ не нужно. Так, а есть у меня еще разряженные энергоячейки? Ну, и батарейки, точнее. Еще пару батареек перекладываем и сделаем еще одну энергоячейку. Будет вообще отлично, да. Так. Ага, используем изготовитель, ресурсы. Энергоячейка. Все, отлично. Так. Интересно. Так, еще аптечка. Все, в принципе. Так, все, погнали. Нам нужно сейчас плыть туда же, куда мы плыли, но плыть дальше. Итак, это нам нужно в какую сторону так-то плыть? Обратно туда, да? Опять я потеряла эту штуку. Там же она внизу указывается. Так, так, так. И где? И что, и где? Только не говорите, что я сняла этот маячок. Нет. Так и должен был отмечен. Сюда? Сюда?
Где его опознавательный знак? Я что-то не вижу. Увлекательно. Ладно, поплыли. Найти поплыли, чё, как бы. Я просто не пойму, куда мне. Сейчас поплыву, куда не надо. Мне нужно плыть туда, куда надо. Нет, куда делись мои координаты? Чё-то непонятно. Подождите-ка. Желтеньким горит. А, все. Стоп, он меня опять потерял куда-то? Еще не понимаю. Так, плывем, плывем. Нет, я помню, что там... А, вот, вот она, да? Дырка, это та дырка? Нет, не та. Дальше нужно. Что-то он меня куда-то не туда ведет. Там должен быть вход в пещерную систему. Пока его не наблюдаю как-то. Как-то в прошлый раз я достаточно быстро его нашла, а теперь как-то все сложно, что ли? Мне как-то не очень хочется, чтобы он меня вел вообще непонятно куда. Так, ладно. Сделаем проще. Сейчас от начальной точки опять отправимся туда, куда надо. Просто больше ресурсов потратим. То, что пролазить по непонятным тропам, конечно, прикольно, но не лучший вариант. Лучший вариант — это достаточно аккуратно пройтись тут. Ой, аккуратнее надо. У нас бьется рыба. Это
мелочи. Так. Вот. Смотрим. Вот он нам показывает, да, жилище. Он показывает, что он на глубине 250, до входа 519, да? Плывем. 400. Плывем. Плывем, между прочим, опять не туда. Так, до входа 300, да? Плывем, 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 плывем. А! Все сливается. Надо отключить. 284 метра. Плывем. 252. Так, плывем. А, вот и вход. Все, нашла. Ну, просто очень такой узкий, что ли. Супер узкий проход. Супер просто узенький проходик сюда. Но зато здесь можно сориентироваться по вот этим штукам. Свет вырубаем, чтобы нас никто тут не мучил. Так, жилище я вижу. Мне надо дальше плыть. Это все, конечно, прекрасно, но надо плыть дальше. Свет вырубили, чтобы нас никто особо не это. Вот что за площадка. Ящик. Ящик надо брать. Ящик может нам пригодиться. Энергоячейка. Так. Это все прекрасно. Так, надо запомнить вот эту площадку и, собственно, вот эту штуку. И от нее наверх выход. Тогда мы сможем как раз здесь достаточно нормально ориентироваться. Потому что... Да, местные звуки меня пугают. Даже более чем. Ну, вот тут пескуны есть, какая прелесть. Что это? Почему они издают такие страшные звуки? Ужасно. Ладно, поплыли. Главное не забывать, что вот туда капсула. Капсула у нас ориентир. От капсулы мы можем подняться наверх и всплыть. Как вариант. Не стоит это забывать. Свет мы вырубили, потому что свет, он привлекает всяких местных, всякую местную живность. А, смотрите, тут есть ориентирчики. Кстати, тут даже что-то можно найти. Ой, аккуратненько. Так.
встали сюда. Встали, вышли. Доремонтировали. Так. Сканирование. Что тут есть? В коробках что-нибудь есть? Нас тут никто не видит. Мы тут крадемся. Как-то крадущийся тигр, затаившаяся мышь. Тут все закрыто. Резаком, я так понимаю, смысла нет это резать, да? Или есть смысл? Так, да. Строитель, это, конечно, хорошо, но мне пока не нужен. Тут вроде все капсулы закрыты. Нет смысла тратить время на них. Это что-то крупное так-то, если подумать. Так, ладно. Забираемся обратно в мотылек и поплыли дальше. Идем, как говорится, по ориентирам. В крайнем случае, у нас есть главный ориентир. Это вот та... вот эта штучка. То есть туда мы всегда можем приплыть. Что-нибудь там найти. А. Лавовые реки. Да, можно спуститься, кстати. Да, особо не проплывешь тут. Полностью все магмовым этим. Ну да, магмовые штуки. Ясненько. Конечно, весело, но не для нас. Очевидно. А, ну вот там что-то есть, кстати. Как туда проплыть? Через верх никак. Так, очень интересно. Еще глубже грибочки. Так, где капсула? А, капсула вон там осталась. Мы, собственно, от нее плывем сейчас активно. Уплываем от нее. Так, что это такое? Что-то, кстати, интересное, если подумать. Ага, требуется оборудование для сбора. Ну, спасибо. Отличная новость. Сюда, короче, без краба не сунешься, но забавно. Пока довольно весело мы тут плаваем. Найти бы что-нибудь еще полезненького тут. Но я пока ничего полезного не вижу. А, нет, вижу, что есть вниз еще путь. Ага. Нет, тут все. Это вот конечные. Как говорится, здесь ниже больше ничего нет. Если только наверх плыть.
делать? Ну, давайте наверх всплывем, посмотрим, что там есть. Ой, вдруг что-нибудь найдем. Так, стоп, мы вроде отсюда. Или это еще одна станция? Нет, вроде отплываем дальше от жилища, значит, мы плывем по ориентирам. Хорошо. Ориентиры — это хорошо. Плывем более-менее в правильном направлении. Уже на 814 мы отплыли. Так, свет вырубаем. Лишний раз хищников к себе не очень хочется привлекать. Так, ну вроде мы плывем правильно, то есть нам вот туда, видимо, нужно. Сейчас мы удаляемся от... Стоп, это выход. Да, это выход, это не то, что нам нужно. Все, конечно, прекрасно, но. Нам сюда как раз и надо. Ой! Сюда как раз и надо плыть. Точнее, плыть еще глубже надо. Либо тут больше ничего нет, как вариант. Через эту систему мы никуда не проплывем, кроме как дойти до базы. По ориентирам. Что-то мне все больше кажется, что так и есть. Ладно, выплываем тогда. Смысла нам нету тут долго засиживаться, если здесь ничего более нету. Нужно искать новые, как говорится, локации. Благо, здесь есть где всплыть. Более-менее удобно, если так подумать. А, ну конечно, по дну пройтись, это святое, как говорится. О, старые добрые большие, добрые левиафаны. Так, либо давайте еще посмотрим, где есть какие капсулы, которые мы не изучали. Либо изучили, но туда не добирались. Но есть две капсулы... Так, это капсула 300 метров, да? Вот эта капсула. Давайте ее сделаем красненькой. Да, чтобы была возможность какая-то разделять, где что. Ну да, туда мы, наверное, еще не добирались. 19-я капсула 300 метров. Куда нам плыть, кстати, к ней? Поплыли. Может что-нибудь... А, тут, кстати, соль есть.
Место нахождения соли – это очень ценное. Мне все равно, что тут страшные кошмары. Ой, вокруг меня тут. Я чуть в лицо ему не въехала. Этому монстру. Где там капсула? Дальше, да? Плыть и плыть, плыть и плыть. Зато соли наберем. Кстати, у нас воды нет. У нас сейчас обезвоживание начнется. Нормально. А, ну давайте водички еще попьем, чтобы совсем было все хорошо. Чтобы все было совсем хорошо, давайте выпьем еще воды. По-моему, не была ни разу. О нет, приветики. Давно не виделись. Левиафан, который телепортирует. Иди отсюда, короче. Нет, спасибо. Оставайся там, где ты есть. Вот мерзкий засранца. Внезапно вылетел такой красивый. Только хотел туда заплыть. Как заплыть теперь? Погнали в обход, что делать? Вот и думай. Вроде хочется вниз проплыть, а как? Левиафаны. Везде одни левиафаны. Ну, хотя это левиафан страж, он, конечно, не такой неприятный. Хотя, знаете, что я вам скажу? Может, он, конечно, не такой страшный, но мне в любом случае это не нравится. Отложение соли собираем. Давайте, кстати, в мотылек сложим это все. Дабы как бы кучу нам не тратить всего. Лезь в мотылёк. Так. Мне потерял сигнал капсулы. А, вон сигнал капсулы. Пишет, что еще 546 метров до нее, да? Ну, поплыли, чё? Чё делать? Поплыли. Хотя я бы в глубину туда заплыл. Там наверняка что-то интересное. Очень страшно. Кто бы знал, как страшно туда плыть. Хотя глубина тут не очень большая, кстати. Мотылька не ногой. Стараемся максимально аккуратно. Ой, тут соли, кстати, много. Соли-то хорошо. Ради соли можно, как говорится, и это. Поплавать. Ладно, сейчас поближе подойдем. Но это, наверное, самое страшное место, потому что самое глубокое. Капсула ведь еще дальше.
Угу. Тут я, по-моему, была. Судя по тому, что показано, нам еще глубже надо плыть. Ни черта не видно. А, еще 179 метров вперед, да, он показывает нам. Утро бы наступило, хоть бы свет какой-то был, а то совсем темно. Темно, вообще ничего не видно. Ни черта не видать, как говорится. Ни черта. Просто. «173 вперед». Ну ладно, «173 вперед», говорите. Может, день наступит, пока мы туда доплывем. Интересно. Угу. То есть нам в глубину плыть. Стоп, а мы разве здесь не были? Вроде не были. Странные рыбы тут плавают. Непонятно. Хм. Нет, стоп, мы вроде здесь были уже. Хороший вопрос тогда, что мы здесь забыли? Ха. Я бы с большей долей вероятности хотела бы все-таки заглянуть туда поглубже, где мы проплывали мимо. Там ведь явно какая-то система. Давайте так и сделаем. Здесь я ничего не вижу уже толком. Здесь мы, по-моему, все уже поисследовали. Тогда нам, собственно, нужно всплывать. И плыть в сторону дома. Хм. Так. Как-то у нас вылазка прошла не очень удачно. О, цветает, походу, да?
Только вот сейчас начинает, начался рассвет. Нет, еще ночь. Короче, ждем утра и плывем туда, куда мы плыли. Короче, днем здесь хотя бы плавать можно. В ночное время здесь вообще ничего не видно. И очень сложно ориентироваться. Короче, вернемся к красным водорослям, попробуем проплыть мимо милых добрых охранников. Мимо стражей. Где-то мы видели этот вход, необходимый нам. А вот я уже не помню, где он был. Вот называется, уплыли, называется от него. Все, где он был? Где мы его находили? Я уже не помню. Но где-то он был. С этими забавными странными штуками. А, вот он. Подождите, это он? Нет. Ну, что там было что-то светящееся. Нет, это вход в эту. Это не туда. Это вот к жилищу. Это не то. Нет, мы как-то плыли так аккуратно. Да, мы как-то плыли. И там была дырка. Дырка, в которую мы могли заплыть. Плывем, да, плывем. Еще плывем. Мне еще очень удивило, что я на карте не было. Ну, как бы. Этого входа не было на карте. Ну, в смысле, там никаких познавательных знаков не было. Мне интересно, куда он ведет. Слушайте, опять не туда. Опять не то. Сейчас опять вниз поплывем, а там мы уже были. Да. Короче, да, опять не то. Ладно, пойдем искать, потому что я хочу упорно найти эту штуку. Помню, что она где-то здесь была. Там были какие-то светящиеся штуки. Как-то там... Как-то опознавательный знак какой-то хоть был бы. Ты же не найдешь теперь. Давайте всплывать, так будет попроще. Иначе мы будем долго тут возиться и искать. В попытках найти ту штуку, которая мне была нужна. Так. Здесь мы были. Как-то плыли мы в ту сторону, а приплыли куда-то. Куда-то. А вон там, случайно, не оно ли? Так, я вижу капсулу. А, вон, стоп.
Какая-то система, может быть, есть. Нет, это опять вход в систему. О, в систему пещер, которая ведет. Ну и опять не туда. Где же? Где же та штука, которую... Стоп, мы находили. Может, мы сейчас ее найдем где-нибудь здесь? Я помню, что где-то тут была. Что там были светящиеся штуки. Это не она. Это было и поглубже, и там плавал Левиафан-страж. Это я хорошо помню. Здесь мы выплывали уже. Нет, не хочу. Я хочу туда. Где она? Теперь я буду думать и искать, где же находится та система, которая мне нужна была. Я вроде бы плыла себе спокойно. Нашла вот эту штуку. Ну, вон там. Сейчас посмотрим. Сейчас глянем. Я помню, что глубокая достаточно пещера была. Ну, глубокая пещерная система. Но только где ее теперь искать? Вопрос хороший. Прям очень хороший вопрос. Где ее теперь найти? Тут только поплавать, может быть. Нет, это не то все. Все вообще не то. Там осколок от корабля. Нам туда точно не надо. Так, ладно, поднимаемся повыше, поплывем в сторону дома. Я вроде бы от дома плыла. Может, тогда найдем случайно эту систему. Может, она ближе? Может, я просто... туплю. Да нет, я такими темпами уже не там совсем. Я уже в зеленых водорослях. Ну, ёлки-палки. Вот так вот всегда бывает. Вроде бы... плывешь куда надо, получается, как всегда. Так, ладно, повторно прокладываем. Так, мне уже надо поесть такими темпами. Просто получается, зря тратим ресурсы, по сути. Так, нет, это вход не в ту пещеру. Это вход в пещеру к этой штуке. Да, это я помню. Там был еще один вход. Он-то как раз-таки меня и не интересовал. Так, ищем. Так, это сталкер уже. Так. Сейчас просто весь заряд батареи нашего мотылька потратим. Что делать будем? Тоже хороший вопрос. Как теперь эту скалу найти, где мы видели этот спуск? А-а-а, черт. Хоть метку надо было оставлять какую-то. Очевидно. Ну и все, типа, мы опять к спуску приплыли. Здесь уже идет спуск вниз. Мне спуск вниз не нужен. Мне нужен спуск в дырку. Теперь будем ее искать.
Как только теперь ее найти? Вот. Хороший вопрос. Плавать по кругу, очевидно. Я помню только, что она была рядом с какой-то... С каким-то... Осколком скалы. Только где? Это вопрос интересный. Может, может он там, кстати. Может, за этой скалой она была. Потому что она была вроде даже ближе. Что меня и удивило, что там внезапно есть проход. Хотя там его, по идее, не должно было быть. Так. Нет, это не скала. Это не то. Где оно? Так, всплываем. Мне уже скучно. Скучно, я не могу найти нужное мне место. Из-за этого меня немножко это... печалит. Вот где? Где-то ж оно было. Я ж помню, что я видела стража. И Афана стража видела. Только где? Может, мне левиафаны подскажут? Ну, вот эти большие. И, ребятки, вы не видели здесь дырку? Ха. Дырку, в которую можно нырнуть. Но не эту. Нет. Эту я знаю уже. Я уже туда ныряла. Мне другую, пожалуйста. Нет, я помню, что она была. Это же не мои глюки. Или галлюцинации, нет? Явно там была. Это была такая же глубокая, но только... с какими-то супер... электрическими водорослями или чем-то подобным. Теперь я ее не вижу. Она исчезла. С радаров моих. Бы значение какое-нибудь было. Причем не просто ж там Левиафан страж летал. Как бы он явно там что-то делал, он явно что-то охранял, и я хочу туда проплыть. Ну, только, видимо, я тут уже ничего не найду сейчас уже. Хотя, как знать, может и найду, посмотрим. Просто когда мы выплываем за пределы зоны вот этих водорослей, это все. Это значит, что мы выплыли уже с места, где должна была быть эта штука.
Не, опять проплываю сюда. Короче, видимо, нам нужно искать. Видимо, либо мне придется пересмотреть повторно, чтобы вспомнить, где я видел эту штуку. Ладно, сейчас тогда отправимся на базу. Да, наверное, на этом нашу текущую серию будем заканчивать. В следующий раз попробуем добраться уже куда-нибудь поглубже. А точнее, все-таки найти эту штуку замечательную. Пещеру, пещерную систему, где какие-то странные создания и тому подобные вещи. Так, пока давайте попытаемся без потерь добраться до нашей базы, что ли. Что? А! Так, вот вбиться в нашу базу головой не лучший вариант. Нам бы еще энергоячейку, по идее, заменить. Энергоячейка. Стопроцентный заряд. Еще. Выключить свет. Вот так. Ладно, что ж. Давайте сюда. Итак, мы сегодня, во-первых, нашли несколько КПК. Хотя пока не нашли какой-то полезной информации, которая нам бы потребовалась. В принципе, наверное, больше мы ничего особо нового не нашли. Как-то не прискорбно, но пока мы только в процессе, так сказать. Давайте съедим водички. У нас, кстати, есть соль, мы можем сделать антисептик и получить... Так, антисептик я могу сделать... А, только нужен образец коралловой трубы. Но это мы найдем. Это не проблема. Что ж. На этом текущую серию мы заканчиваем. Увидимся с вами в следующих сериях прохождения этой замечательной игры. Либо, может быть, я буду стримить. Посмотрим. В общем, не забывайте, как обычно, подписываться. Ставьте лайки, если вам нравится прохождение. Пишите комментарии. Советы. Приветствуется. И увидимся с вами в следующем видео и на стримах. Всем пока-пока!